Это развилка на въезде в Великий Устюг со стороны Красавина. Здесь стоит архитектурная форма с датой основания города. А вот дорожных указателей с информацией о том, куда ехать дальше, нет. Туристы, особенно индивидуально посещающие наш город, выбирают дорогу наугад. Навигаторы есть не у всех. Вот и обращаются люди к местной власти с просьбой поставить дополнительные указатели с названиями улиц и микрорайонов Великого Устюга. Как пояснили в управлении строительства, транспорта, дорожного хозяйства и экологии, сейчас идут переговоры с предпринимателями города. Совместными усилиями власти и бизнеса новые указатели будут сделаны к началу турсезона.